В двух поселениях Северского района прошли открытые сессии советов, на которых вступили в должность избранные во время недавнего голосования главы. В Михайловском жители вновь доверили судьбу поселения Елене Клименченко. Удостоверение в торжественной обстановке вручил ей председатель территориальной избирательной комиссии «Северская» Григорий Сокол. Желаю здоровья и благополучия на долгие годы. Елена Семеновна Клименченко за годы своей деятельности заработала уважение и признательность жителей поселения. С началом официального вступления в должность главы поздравили ее многие односельчане. Как говорят летчики, от винта и полетели. Творческого вдохновения вам, здоровья. Мы вас уважаем. В Смоленском сельском поселении избрали Романа Зотова, который до этого какое-то время исполнял обязанности главы поселения и знаком с его проблемами. В торжественной обстановке глава принес присягу и обратился к жителям. Могу заверить вас, в своих действиях буду руководствоваться исключительно интересами нашей станицы. Возможно, не удастся избежать ошибок, но что я могу обещать и обещаю, это то, что буду работать открыто и честно. Надеюсь на ваше понимание и поддержку. Поздравили новоизбранного главу депутаты и местные жители. Я думаю, сообща с нашими прекрасными людьми, мы только сообща сможем решать те проблемы, совместные проблемы. И я думаю, будем сотрудничать. Очень хочу, чтобы вот в пределах вашей работы дальнейшей обязательно была станица Крепостная. И чтобы она была не менее красивая, чем станица Смоленская. Я Смоленскую тоже люблю, но и за крепостную болею. Поэтому я всей души желаю вам успехов и как можно чаще к нам в гости.